Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас вторая сторона доната наконец-то на русском сервере. Что у нас на русском сервере есть, что в принципе удивило меня сегодня, не знаю, сильно не сильно, это рынок. Как обычно, рынок говно, 4 раза дают, но это не главное. Главное, что наконец-то начали продавать восьмые ремки, также восьмые пакты, ну и в принципе неплохие для донатов сумки Огнекрыла, то есть можно добить там недостающие осколки, все остальное, как обычно, полное говно, по-другому это не назовешь. Забираем, ну то есть вот так вот, по сравнению с тем же самым английским, там, блин, кучу разных итемов на прокачку, у нас, как обычно, с этим все очень туго, не хватает ресурсов. Для прокачки, даже если ты донатишь, у тебя будет проблема с синими кристаллами, там, если ты пакты помощи эти получишь, все равно тебе этого не хватит, будет проблема с ЗП-шками, с книгами. В общем, вот так вот, ничего интересного, хотите играть на нормальном сервере, идите либо на китайку, либо на английский, там для донатов реально кайф. Тут, в принципе, тоже иногда интересно, но не настолько. Там уже у меня твинк догоняет основу по силе и по прокачке и по всему. Так, сейчас я гляну и пойдем пробежимся по акциям, может карту выловим на архидемона. Ничего себе, стирачка, надо забрать, мало ли, 38 смен уже у нас есть. Так, почему я забираю рынок, потому что есть 9 рунки, вот это то, чего мне в принципе уже не хватает для прокачки героев на девятке. Поэтому приходится иногда забирать. Так, вроде все. Поехали, посмотрим, что у нас тут в акциях. Так, давайте так. Фестиваль фейерверков. Разбиватели яиц в конце пойдем посмотрим. Самоцветное сумасшествие. Идем посмотрим, что тут у нас. Что нам сегодня за дичь будут продавать? Ящик славы третий. Офигеть. Ну, спасибо. 5К. Ой, да уж. Так, сундук замка. Влад Дракула, офигеть. Вот это так нам прет, ребят. Мифические значки, сундук осколков какой-то получили. Сундук осколков. Заклинательница. Жесть, конечно. Смешно получать здесь такие герои. Стрелок, нифига себе, заклинательница. Ну все, это топчик. Камень клятвы. Сундук пятый, ну сейчас мы вытащим топовый талант однозначно. Сундук командора, вот так вот, ничего себе, а кто тут вообще есть? Короче, мы походу имбу вытащили, а еще огнекрыло надо вытащить. Ну стрелок командора в принципе уже неплохо. Еще один сундук. Ну давайте огнекрыло удивите, конечно, догнали, еще раз дали. Камень. Короче, вот так вот. Желание на русском все больше и больше пропадает. Донить играть. Так, чисто ради топа. Так, забираем это все. Говнецо. Стрелок командора. За 4 больших пака, честно говоря, я командору собрал отсюда осколками. Нафига мне она еще там, лучше бы огняка подарили, да? Конечно, размечтался я. Так, поехали дальше, бинго. Посмотрим, что у нас бинго тут творится на русском сервере. Ничего себе, 5-й психощит. Вчера мне просто за один пак дали 2 седьмых на халяву. А тут целый 5-й уже в бинго продают. Поднялся сервер.
Так, отлично. Смотрим. Карта обновления таланта. Командная карта пришествия. Так, окей, поехали дальше. Так, что тут у нас есть? О, ничего себе. У нас добавили, ребята, Некроса, только на него, наверное, надо слить. И первую тучу попыток, я не знаю, сколько туда уйдет, но я думаю, наверное, попыток 200 даже не хватит, чтобы отсюда его вытащить. Может, кому-то повезло. Я когда-то здесь вытащил, был на халяву, но, конечно, он мне не нужен. Я не знаю, сейчас посмотрю, что там у меня по них вообще делается. Я не туда зашел. Так, осколками мы обратно все. У меня он их не крыло хватает. Зачем мне накрас этот? А, нет. 23 штуки здесь. В алтаре там, ну, где-то 50, наверное. 50-й, короче, он у нас будет по счету. Еще и, наверное, здесь накраса есть. Да, ну ради интереса. Так, пропустил. А, еще здесь 12. Ну, нормально. Так, забираем плюшки. Окей. Ну, поехали. Будем пробовать словить. Кстати, сколько у меня монеток есть дополнительно. А, нифига у меня нету дополнительных монеток. Вот придут скидки, будем сосать лапу. Так, так, карты. Вот карты, кстати, еще неплохо, то, что дают на удвоение призов. Вот это еще хоть более-менее утешает. А так тут, конечно, у нас... Ну, давай, Некрас. Ничего себе, коробку дали. Супер. Так, еще удвоение. И давай. Ничего себе, изворотливость дали. Мега имба талант. Который все больше и больше удивляет. Так, поехали дальше. Жалко, что вот эти попытки у нас не переносятся. Вот это было бы, конечно, по приколу. Чтобы они не сгорали каждый раз. Вот, не хочу я в нее играть. Я хоть купил попытки. О, смертушка. Интересно, сколько штук. Так, нам придется сейчас перезаходить сюда. Бедык. Бух. Так, что у нас тут? 20 штук смертушки. Супер. Супер акция. Так. Ничего себе, рвение седьмое, но это имба подарок на русском сервере. Ничего себе, мы даже успеем сейчас еще разок разбить. Я надеюсь. И Некрас. Угу. Размечтался, короче. Ну, хоть 30 сумок дали, хоть что-то. Так, смотрим, что у нас нового появилось. Вторые сундучки открываем. Перевесили максимальное количество. Это, наверное, сундуки, скорее всего. А то у меня бомжак. Вряд ли я тут что-то интересного мог больше накопить. Так, ну-ка. Да, скорее всего. Я вряд ли. Да. Такс. Что у нас интересного еще есть? Можем, в принципе, так по одному пооткрывать. Карта выпала нам.
Надо, кстати, восьмые руны неплохо падают, подокачивать. Вторые талантики на героях всех. Так, отлично. Четвертая, третья, четвертая, пятых. Пятых нам не видать. Смотрю на эти сумки, стыдно становится за русский сервер. Так, ну откроем. Третье, открыть все. 30 кулаков, ничего себе, вот это так поперло нам. Ну, в принципе, мне кулаки здесь нужны. Так, смертушка забираем. Не знаю, вряд ли мне там хватит, чтобы 35-й прокачать. Я не особо рвусь, конечно. Ну, штук 100 надо будет еще. Так. Смотрю, блин. Вон жак за 2 года, блин, или за 3. Просто смешно на это смотреть. Ради сравнения зайдем сразу же на твинк. И там я забрал пак с 8 эмблемой, с 8 ремкой всего лишь за четверть нашего большого пака. Что самое интересное, даже меньше. За 1/5. А не, все-таки да. Точнее, за половинку нашего большого, если с русским. Вот такой вот пак. Жесть. Так, где мои питомцы? Вот это питомцы. 3700, 3700, 3600, 3200, 3400, 3800, 3700, 3700. Ну, вот так вот обычно еще докачиваются. 2 месяца там или 3. А почему бы и нет? Вот так вот, ребят. Вот такой вот трешачок у нас, как обычно, на русском сервере. Ничего нового, интересного. Все то же самое, все печально. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.